Если вы собираетесь жить жизнью, посвященной Богу, то начните исповедовать победу. Говорите себе о том, что вы победитель постоянно. Перестаньте говорить себе о стыде и о поражении. Пожалуйста, прекратите думать о промахах и неудачах и принижать себя. Говорите об успехе в служении. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Мы являемся семьей, не толпой. Вы не знаете всех в церкви, но члены общины готовы поддержать вас духовно. Поднимите руки и провозгласите о победе нашего Господа Бога сейчас. Лучшие дни ждут вас впереди, церковь. Давайте мы сейчас вместе провозгласим о победе Иисуса Христа. На счет три. Раз, два, три. Я пришел сюда не просто так, ведь у меня есть цель. Я открыл свое сердце. Мой разум готов принимать. Господь продолжает изменять меня. Мои лучшие дни ожидают меня впереди. Я побеждаю в своей жизни, потому что Господь Иисус Христос живет во мне. Дай пять ближнему. А теперь садитесь. Обратите внимание, мы начинаем новую серию «Лучшие дни». Скажите, лучшие дни. Эта серия основана на исповедании победы. Мы будем изучать причину, по которой мы провозглашаем и исповедуем победу каждую неделю. Откуда это исповедание пришло к нам? Что Святая Библия говорит нам о целеустремленной жизни? И я рад проповедовать на эту тему, потому что она близка моему сердцу. Однажды я составил лист исповедания победы для личного использования. Я сделал это, когда я проходил унылые времена, когда мой разум погрузился в отчаяние. Всевышний начал говорить со мной через это исповедание. Я не знал, что однажды вся церковь будет произносить эти слова каждую неделю. Раньше они были моим списком. Я говорил эти слова, но я не верил в них. Мы провозглашаем истину о лучших днях даже тогда, когда они не наступили. Внешние обстоятельства отвлекают нас. Они мешают нам слышать истину. Наш враг находится рядом с нами и пророчит нам плохое. Наш враг находится во многих местах. Вы унываете, потому что вы смотрите на людей и на обстоятельства, на свои несбывшиеся мечты. Однако вы не живете в настоящем времени, вы не живете сейчас. Я прочитал в новостях о мужчине, который сидел в лодке. Итак, тот мужчина сидел в лодке. Огромный горбатый кит проплывал мимо этого человека. Мужчина упустил этот момент. Его внимание было поглощено его мобильным телефоном. Он был увлечен телефоном и пропустил минуту, когда проплывал кит. Вдалеке стоял фотограф, который сделал снимок. Это очень похоже на нашу жизнь, когда мы не видим горбатого кита, и наша жизнь проплывает мимо. Мы пропускаем наше время в колледже и после колледжа. Родители, те, кто в браке и одинокие, Бог наделил вашу жизнь целью. Мне нравится высказывание апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Откройте Библию. Каждый оставайтесь в том звании, в котором призван. Мы вспоминаем о старых добрых днях, о днях славы. Оставайтесь в том звании, в котором вас призвал Бог. Те обстоятельства, в которых вы оказались, являются Божьей волей для вас. В то мгновение, когда вы поверите в это, примите это и начнете действовать в этом, наступят ваши лучшие дни. Когда я начал исповедовать победу,
Мой отец скончался. Моя мама стала пастором вместо него. Моя мама — это герой для нашей семьи. И для многих из нашей церкви она чудесная. Моя мама временно исполняла обязанности пастора какой-то период. Однажды я понял, я стану пастором церкви Победа. Мой отец умер, и Бог дал мне видение об этом. Приготовиться, потому что однажды ты станешь пастором этой церкви. Я получил это видение и согласился с ним. У вас бывают проблемы с терпением. Вы не можете дождаться этого. Это про меня. Я проявил терпение. Выработка терпения — это один из самых больших тестов и испытаний в моей жизни в настоящее время. Я учусь быть довольным тем, чем я располагаю на данный момент, и не думать о светлом будущем. Я проходил через этот процесс в то время. Это был период, когда жизнь стала труднее, и трудности затронули и нашу церковь. Мы приходили через сложный период и непростые испытания. Я был пастором. Я увидел кучу машин у церкви. Это было незадолго до собрания. И вот о чем я начал думать тогда. Мои лучшие дни уже позади. Мой отец скончался. Бог отвернулся от семьи Догерти. Я размышлял об этом и создавал ложную реальность в своем разуме и в своем сердце. Я припарковался за пределами церкви и начал смотреть на здание. Я плакал, потому что я думал о клевете, которую возводили на нашу семью. Я разозлился, и мне было печально. Я услышал голос в сердце. Он мне говорил: «Перестань думать так». Я согласился с Божьим советом. Бог сказал мне: «Напиши свое исповедание». Я достал салфетку и ручку. Я произнес кучу плохих вещей про себя до этого события. Я достал ручку. Я сидел в машине и плакал. «Я здесь». Это были первые слова, которые я написал на салфетке, сидя в автомобиле. «Я здесь». Это были первые слова. «Я здесь». Я переживаю депрессию. «Я здесь». Я здесь, и мне стыдно. «Я здесь, и я чувствую вину, и я унываю». «Я здесь, и мне больно». Бог сказал: «Я здесь, и у меня есть цель». Потом я записал еще два слова на салфетке. «Я здесь с целью». Есть ли цель у боли? Есть ли цель у дней, которые кажутся бессмысленными? Есть ли цель у них? Я начал плакать и спросил Бога: «Ты имеешь в виду то, что у тебя есть цель, даже среди событий, где я не вижу смысла? Я здесь с целью, потому что моя жизнь имеет смысл?» Я не верил в это. Я должен был в это поверить. Если вы собираетесь жить жизнью, посвященной Богу, то начните исповедовать победу. Перестаньте говорить себе о стыде и поражении. Пожалуйста, прекратите думать о проблемах и неудачах. Говорите об успехе в служении, в которое Бог призвал вас. Я не верил, но я говорил это. Я ходил по этому пустому залу. Отец построил его за год до смерти, в 2007 году. Папа скончался полтора года спустя, примерно два года спустя. Я был напуган таким поворотом событий. Меня напугало это событие. Но когда я начал исповедовать победу, тогда вера начала расти во мне. Я поверил в лучшие дни. Давайте обратим внимание на эти важные слова. «Я здесь с целью». Давайте скажем эти важные слова: «Я здесь с целью». Первое слово — это «я». Слово «я» — многим людям не нравится это слово, потому что они хотят, чтобы Бог делал все за них. Они говорят: «У Господа Бога есть цель для меня». Но ему не нужна такая вера. Он хочет, чтобы ты исповедовал то, чем ты должен заниматься. Бог не будет делать все вместо тебя. Ты получишь обещанное, когда ты начнешь что-то делать.
Читая Библию, ты поймешь, что то, что Бог давал людям, происходило тогда, когда они действовали. Мы читаем, что Бог хотел сотрудничать с людьми всегда. Что делал Ной, когда строил ковчег? Он верил, что он построил ковчег с целью спасти семью, и что он не был сумасшедшим. Что делал Моисей? Он вернулся в Египет, из которого бежал. Этот мудрый пророк освободил израильтян из египетского рабства. Моисей верил, что он делал это, имея цель. Мы читаем о Гедеоне. У Гедеона была проблема. Он не нравился себе. Я похож на него, потому что я не нравлюсь себе. Я думал о чертах характера, от которых я не был в восторге. Я постоянно наполнялся чувством недовольства. Я не нравился себе. У Гедеона была та же проблема. Он сказал: «Бог, я слабый, и я самый младший в семье. Я ненадежный и недостойный». Бог ответил: «Это не так. Ты сильный воин. Я призвал тебя. На самом деле ты такой, каким тебя видит Бог. До тех пор, пока ты не поверишь в это, ты всегда будешь ограничивать себя в том, что ты можешь сделать». Гедеон начал думать о себе по-другому. «Когда я начал проповедовать со сцены, я был обеспокоен о том, что люди думают обо мне. Впечатляю ли я их? Я носил туфли своего отца. После смерти мама отдала мне его обувь. Я верил в то, что если я ношу его туфли, то люди примут меня, и я понравлюсь им. Но люди дали мне понять, что теперь я нравился им меньше из-за этого. Люди подходили ко мне и говорили: «Пол, перестань копировать своего папу». Я понимал, о чем они говорили. Если я буду копировать Тедди Джейкса, то я буду очень смешной копией этого епископа. Если я буду копировать Стивена Фуртика, то я буду пародией на него. Только я могу исполнить роль Пола Догерти из Талсы. Живи для Господа сейчас, не мечтая о другой жизни, о других людях и странах. Пойми, что акры бриллиантов лежат у тебя под ногами. Все необходимые блага лежат у твоих ног. Богатства неба лежат рядом с тобой и прямо перед тобой. Провозглашение веры начинается со слов: «Я здесь с целью от Бога». «Я здесь. Я помогу вам изменить отношение к себе. Это помогло мне. Не сравнивай себя с другими». Когда я сравниваю себя с другими, я чувствую себя жалким и несостоятельным. Перестаньте говорить о себе плохо. Посмотрите на себя по-другому. О чем вы думаете? Ваши мысли и слова влияют на ваши поступки и жизнь. Я написал провозглашение, которое стало провозглашением церкви и заставил меня жить по-другому. Библия говорит: каковы мысли в душе человека, таков и он. Жизнь и смерть заключается во власти языка. Я начал думать и говорить слова жизни в свое будущее. Все только начиналось, и лучшие дни ждали вас впереди. Начните говорить хорошее себе. Божье Слово велит нам делать это. Думайте о том, что достойно хвалы. Говорите слова жизни. Выберите говорить слова жизни. Не сравнивайте себя с тем, кто рядом. Мы листаем Facebook, Instagram и мечтаем оказаться на местах успешных людей и провести отпуск там, где отдыхают они. Я хочу делать то, что делают они. Прекрати завидовать. Это не приносит нам радость. Читайте Библию. Это не решит ваши проблемы. Будь доволен обстоятельствами. Такова жизнь. Ты живешь в будущем, думая, что это поможет тебе найти свою цель, ты ожидаешь будущего, которое делает тебя счастливым. Вы не устраиваете настоящего, но вы молились за него 10 лет назад. Вы получили его. Вы молились о детях. Теперь вы не спите ночью и злитесь. Я проповедую себе. Я знаю, я был холостым. 10 лет назад я молился: «Господь, я больше не хочу быть холостым. Я хочу стать отцом и играть в мяч с сыновьями. Все будет просто тип-топ». Но брак не решил моих проблем.
Мне нравится быть отцом, но в моих романтических фантазиях не было и мысли о грязных подгузниках. Я даже не думал об этом. Я не мечтал о бессонных ночах и о конфликтах. Сейчас я знаю, все это на опыте. Я знаю, что это такое. Но мы с Эшли живем душа в душу. Настоящее не устраивает кого-то из вас. Жизнь — это не стечение обстоятельств. Твоя жизнь имеет цель. Мама не планировала вас, но Бог дал вам жизнь не случайно. Бог планировал ваше рождение. И Он соткал вас в утробе матери. Он планировал дни вашей жизни. Ваша жизнь имеет смысл и предназначение. Вы смотрите нас в Медфорде, в Орландо, в Камбодже или в России. Поверьте в то, что ваша жизнь имеет цель. Церковь, мы стоим на старте. Будущее лучше. Оно начинается сегодня. Не сравнивай настоящее с прошлым и свою жизнь с жизнью других. Ты обладаешь всем сейчас. Не хвались завтрашним днем и не думай о вчерашнем. Отпусти свое прошлое. Будущее не наступило. Распакуй подарок под названием «сегодняшний день» и наслаждайся этим подарком здесь и сейчас. Скажи «здесь». Скажи «я здесь». Здесь это великолепно и прекрасно. Настало время жить здесь и сейчас. Кто-то из вас живет по принципу «будь что будет». Вы жалуетесь, и ваша жизнь серая. Бог не призвал вас к серой жизни. Бог не призвал вас жить в унынии. Бог не призвал вас стать зависимым от греха. Он не призвал вас заниматься самоисцелением. Это не от Бога. Ты гораздо ценнее, чем ты думаешь. Ты создан с целью. Вы потеряли работу, вы потеряли отца, вы потеряли супруга, но вы не потеряли цель жизни. В вашей жизни есть цель. Стремитесь достичь ее. Господь Бог говорит кому-то из вас, настало время проснуться. Слава Бога, это когда мы достигаем своей полноты. Бог прославится тогда, когда вы очнетесь. И начнете жить лучшими днями. Начнете жить ради Его цели. Ваша цель — это прославлять Бога, и все, запишите это. Цель жизни — это прославлять Бога. Я был уборщиком в университете Орла, Робертса, на протяжении 2 или 3 лет. Также я разносил блюда, вытирал столы и сервировал их. Я был подавлен, и я не мог дождаться, когда этот период уборщика закончится. Потом я начал работать в строительстве. Я красил стены и делал ремонтные работы. Затем я не мог дождаться, когда этот период закончится. После этого я стал играть роль петуха Руди в Талсе. Я зарабатывал на жизнь тем, что я ходил в костюме. Мне приходилось надевать костюм, в котором выступают потные мужики. Они не стирали костюм. А потом я кружился, я спрашивал себя: «Дружище, что ты делаешь здесь?» Бог ответил мне: «Твоя жизнь имеет смысл. Ты закончил класс и перешел в среднюю школу, но твоя цель осталась прежней. Ты стал старше. Когда я закончил колледж, то рядом со мной было много ребят, которые любили учебу и дружили. Они не мыслили себя без колледжа. Когда они закончили его, то они запаниковали. Они начали психовать из-за этого. Ты вошел в новый сезон, но твоя цель осталось прежней. Если ты пастор, служитель порядка или хорист, то прославляй Господа Бога в своем служении. Ты можешь делать это, и вы постоянно думаете о цели своей жизни. В чем заключается мое предназначение? В чем состоит воля Бога для меня? А вдруг я пропустил эту цель? Апостол объясняет это в 3 главе послания Колоссянам. Все, что вы делаете, все. Воля Бога — это все. Есть цель — это все. Что вы делаете? Вы уборщик, электрик, водопроводчик или тренер команды, вы пастор церкви или миссионер,
вы владелец компании, вы новый сотрудник компании, что бы вы ни делали, делайте это во славу Господа Иисуса Христа. Благодарите Его. Вы угодите именно Ему. Несколько лет назад я беседовал с людьми. Мы говорили на тему, является ли служение лишь штатная должность в церкви. Я имею в виду и прибыльный рост, и волонтерство. Наше обсуждение в домашней группе впечатлило меня. Мы пришли к выводу, делай все для славы Бога. Действуй в рамках закона. Бог прославляет в твоей работе этот период жизни. Вы беспокоитесь о том, что вы не исполнили волю Бога. Бога заботит то, кем вы становитесь, и ваш образ жизни, чем то, какой деятельностью вы занимаетесь сейчас. Профессия не определяет то, кем вы являетесь. Вы дитя Господа. Вы созданы по образу. У вас есть цель. Начните исполнять ее. В книге «Деяния апостолов» ученики встретились с воскресшим Иисусом Христом. Он встал из мертвых. Это была чудесная Пасха. Они радовались Ему. Иисус сказал им о приходе Духа. Вы увидите Пятидесятницу скоро. Люди спасутся. Они ликовали. Иисус сказал, «Я знаю о том, что вы рады моему приходу. Я умер, но я вернулся». Господь Иисус начал возноситься. Он сказал, «Мир вам». «Что? Дорогой пастор Иисус, мы думали, что ты останешься с нами навсегда. Ты же вернулся, мы будем проводить церковные собрания и отправим миссионеров. Мы с тобой пережили лучшие времена». Иисус сказал, «Я всегда с вами, но я буду с вами не так, как раньше». Это освободит вас. Я чувствую силу Бога на этом месте. Церковь. Однажды Иисус Христос вернется к нам. Когда Он вернется, небеса свернутся, как свисток, и те, кто умер во Христе, воскреснут. Мы воссоединимся с нашими отцами и матерями. Мы снова увидим своих братьев, сестер и детей. Это будет славно. И я скажу вам одну вещь. Облако небесных свидетелей наблюдает за нами. Они смотрят вниз сюда и говорят, «Просыпайся! Ты здесь с целью! У тебя есть цель!» Ученики наблюдали за вознесением Иисуса. В Деяниях было сказано, что они смотрели на Спасителя Иисуса неотрывно. Вдруг два ангела в белых одеждах появились рядом с ними. Один из них сказал ученикам в 12 стихе, «Мужи галилейские, что вы стоите здесь и смотрите на небо? Я бы мог положить микрофон и уйти. Вы здесь, но почему вы думаете о будущем? У тебя есть муж, но почему ты смотришь на чужого супруга? У тебя есть служение, но почему ты думаешь о другом? Ты живешь в Москве, но почему ты думаешь о другом городе?» Ангелы пытались растормошить апостолов. «Живите сейчас, Иисус вернется на землю. Служи Богу, живи для Бога, не мечтай о другой жизни, о других людях и странах. Пойми, что акры бриллиантов лежат у тебя под ногами, все необходимые блага лежат у твоих ступней. Богатства неба лежат рядом с тобой, прямо перед тобой. Цени то, что у тебя есть. Не будь так, как тот парень, который не заметил кита. Вы забыли о том, что вы Божьи дети. Тебя уволили, но Бог даст тебе новую работу. Ты закончил школу или колледж и не знаешь, что тебе делать теперь. Прославляй Бога там, где ты сейчас. У тебя есть цель. Сегодня вам не хочется радоваться и веселиться. Враг пытается убедить вас в том, что вы проиграли. Он пытается лишить вас радости и погрузить вас в депрессию. Сейчас вы боретесь с завистью. Помолитесь вместе со мной. Научитесь быть довольными тем, что вы имеете сейчас. Скажите так. «Иисус, я принадлежу Тебе. Я сдаюсь. Спасибо Тебе, что в моей жизни есть смысл. Ты дал мне цель. Бог, я родился не случайно. Спасибо Тебе за то, что Ты дал мне поручение. Во имя Иисуса, аминь». У Бога есть цели для вас. Научитесь быть довольным тем, что вы имеете в данный момент. Живите сегодня. Ваши лучшие дни проходят сейчас. Не ждите новых дней, а живите здесь и сейчас.
Живите с целью. Любите и одобряйте людей. Помогайте другим. Будьте примером для остальных. Живите жизнью вашей поместной общины. Мы любим вас.